Всем отличного настроения. Рада приветствовать вас на канале стильного бутика «Калета». И сегодня в нашем обзоре уже зимняя коллекция. Итак, начнем мы, я думаю, с Челси. Напоминаю, что мы работаем как оптом, так и в розницу. И у нас только Турция. Вот такая шикарная модель у нас пришла. Это натуральная замша. Смотрите, как красиво сделан мысок. И здесь натуральная кожа, вот такие вставочки. Для того, чтобы если грязь, ничего не стиралось, вот на пяточке удобно, если вы, например, водите машину. И на мысочке тоже удобно. Не будет он как-то там стираться, будет очень красиво смотреться и носиться долго. Резиночка позволяет нам одевать обувь без различных застежек. Хорошая идет подошва с прекрасным протектором. Это резина, но она облегченная. И внутри натуральный мех. Вот. Тепленький-тепленький. Давайте посмотрим на ногу. Мне кажется, выглядит очень модно, представлено в двух вариациях. Есть вот в комбинации кожи с бежевым оттенком, и есть они еще чисто в черном оттенке. По стоимости 11 470, в размерах идут с 36 по 40. Итак, следующая модель, вариация Челси, но тут они уже идут не Челси, а именно ботиночки. Ботиночки идут также с натуральной кожей, с натуральным мехом. Очень мягкая замша, резиновая подошва, прекрасный протектор. Давайте посмотрим, как выглядит на ноге. Это модель с прекрасной посадкой, производство Турция. В размерах они остались 37, 38, 39, несмотря на то, что это... Модель только-только пришла, уже их очень быстро разобрали. По стоимости 11 870. Эти ботинки заслуживают особого внимания. Посмотрите, какая шикарная модель. Кто-то скажет, конечно, что тут слишком большая тракторная подошва, но мне кажется, что вот эта подошва идеальна на зиму. То есть она и роста придает, и вы не промочите свои ножки, всегда они будут в тепле. Плюс здесь идет элемент из выбитой кожи. Шикарно смотрится, есть шнуровка, соответственно, можно по своему объему шнуровать. И модель также самое идет на натуральном меху. То есть ножки будут тепло-тепло. Они прям вот... на хороший такой минус. Давайте посмотрим, как выглядит на ноге. Представлены они у нас в гладкой коже в черном цвете. И также есть эта модель еще в моей любимой замше. Замша мне тоже нравится, как смотрится. Мне вообще кажется, что обувь замши всегда выглядит дороже. По стоимости 10 970, в размерах идут с 36 по 40. Супер удобные Челси на осень. Зиму. Это такая демисезонная модель. Внутри флисик. Единственная модель, по-моему, за сегодняшнем обзоре, которая будет демисезонка. Смотрите, натуральная замша в переплетении с натуральной гладкой кожей. Резиночка. Устойчивая подошва, удобная. Есть небольшой каблук. Вообще модель прям очень комфортная. Давайте посмотрим, как выглядит на ноге. Мне кажется, очень стильно смотрится. Подошва резиновая. Протектор есть. По стоимости 10 770, в размерах идут с 36 по 40. Модель рекомендую однозначно. Еще одна демисезонная новинка. Смотрите, такие классические ботиночки, невысокие, очень-очень легкие, вообще невесомые. И что удивительно, они уменьшают вашу ножку. Внутри идет плисовая такая вставочка. Здесь резиновая подошва. Это натуральная лаковая кожа. Вот за счет этих элементов ваша ножка уменьшается. Давайте посмотрим, как выглядят ноги. Они как будто бы, у вас ножки становятся такие миниатюрные, кукольные. Представлены они в лаке и представлены в гладкой коже. По стоимости 8 970, в размерах идут с 36 по 40. Они идут размер в размер, производство Турции. Женская, дамская, я бы даже сказала, модель. Удобные за счет небольшого каблука, но удобные, кстати, на ножку с низким подъемом. Резиновая подошва, такие достаточно увесистые. Внутри идет у нас мех, то есть переходим снова на супер зимние модели, в них вы точно не замерзнете. И здесь основная фишка, это вот такие камушки. Вроде ничего особенного, вроде вот такая база. А с другой стороны, вот эти камушки, они добавляют изыска. Давайте посмотрим, как выглядит на ноге. По стоимости 9 170, и в размерах идут с 37 по 40. Еще один вариант классики. Тут необычная подошва. И эти, кстати, еще ниже. Сам каблук еще ниже, поэтому еще удобнее. Резиновая подошва, такой небольшой симпатичный элемент. Хорошая кожа, который ничего не будет. Смотрите, вот даже можно близко-близко показать. Мне очень нравится качество этой кожи. Производство Турция. На молнии.
внутри идет мех. Хороши будут, кстати, на широкую ногу, идеально. И я примеряю на себя, посмотрите сразу, как выглядит. 9370, в размерах идут с 36 по 40. И последняя модель на сегодня в зиме, это такие ботинки-увеличенные кроссовки, спортивный вариант. В основном сегодня все было классика, вот решили немножечко зацепить и спортивные обуви. Идут они тоже на натуральном мехе. О, какой он добротный, красивый, плотный мех. Резиновая подошва, здесь вот такой элементик. Натуральная кожа в сочетании с замшей. Если вы берете эти кроссовки в черном цвете, то смотрятся они уже и с классическими образами тоже хорошо. Вот эта модель мне вообще очень понравилась. Значит, в черном цвете есть, в белом цвете и в шоколадном цвете. По стоимости модель 12170, в размерах идут с 36 по 40. Размер в размер, производство Турция. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Напоминаю, что каждый день у нас приходят новинки. Например, вот сегодня пришли у нас, мы расставили витрину кроссовки зимние и тоже не успели еще вам их показать. В ближайшее время обязательно сниму на них обзор. Так что смотрите, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши обзоры, пишите комментарии, ставьте лайки, мы все-все-все читаем. И напоминаю, что мы работаем как оптом, так и в рознице, так что ждем вас в нашем магазине. Всем пока!